Сегодня в Гродно чествовали лучших работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса области. Участие в торжественном мероприятии принимала и делегация Личины во главе с председателем районного исполнительного комитета Сергеем Ложечником. Почетные грамоты и благодарственные письма Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Гродненского областного совета депутатов и Гродненского областного исполнительного комитета в этот день получили заведующий сектором по надзору за техническим состоянием машин и оборудования Управления сельского хозяйства и продовольствия Лидского райисполкома Александр Малец, начальник сельскохозяйственного участка сельхозпредприятия Можейково Яков Катила, оператор автоматической линии производства молочных продуктов цеха сухих молочных продуктов Лидского молочно-консервного комбината Светлана Коржова и мастер элеватора предприятия «Лидохлебопродукт» Галина Коваль.